В торжественной обстановке состоялось уже традиционное мероприятие для юных жителей Ленинского городского округа – вручение первых в их жизни паспортов. Получили этот документ они из рук главы муниципалитета Алексея Спасского. Чем бы вы ни решили заниматься, какое бы направление в жизни вы ни выбрали, будьте успешными. Будьте успешными, создавайте, созидайте, пусть все получается, и пусть тем самым вы будете славить себя, свою фамилию, своих родителей, будете прославлять малую родину, ну и большую нашу страну, великую нашу Россию. Шестеро юношей и девушек теперь стали полноправными гражданами Российской Федерации. Вместе с дополнительными правами молодые люди вступили в новую фазу ответственности за свои поступки. По завершении мероприятия участники церемонии сделали общее фото на память. Среди тех, кто получил паспорт в этот день, стал сын депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Вуевич Владимир. Я, наконец-то, гражданин Российской Федерации, очень счастлив. Это для меня очень важный день. И я очень счастлив, прям эмоции не описать. Вместе с мамой они готовились к этому важному событию, обсуждали новые возможности и строили планы на будущее. Я искренне желаю всем ребятам, которые сегодня получили паспорт и сделали как бы шаг навстречу ко взрослой жизни, очень надеюсь, что они реализуют все свои мечты и достигнут своих целей. Согласно законодательству, первая замена паспорта произойдет по достижении 20-летнего возраста. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.